Спасатели Туркестанской области устраняют последствия обильных дождей, в результате которых во дворе частного детского сада и 25 дворовых территорий частного сектора в Тулебийском районе произошло подтопление. Ситуация находится на контроле акимата и департамента ЧС Туркестанской области. Сформирована и задействована специальная мобильная группа спасателей. Напомним, в конце октября в Туркестанской области во время обильных осадков погиб 2-летний мальчик. Он упал в яму на территории дома, заполненной дождевой водой. Тогда был подтоплен частный жилой дом, 21 дворовая территория, погибли 13 голов скота. В настоящее время силами местных исполнительных органов и департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области проводятся работы по откачке воды и укладке мешкотары с инертным материалом. Уже уложено более 200 мешков, еще планируется уложить порядка 300 мешков в местах возможного скопления воды. Оказывается, адресная помощь, работы превентивного характера продолжаются.